Всем доброе и доброе утро. Сейчас буду жарить грибы свинцом. Вчера клубнику купила вот такую. Она чуть дороже обычной. Блин, ну какая она вкусная. Это пипец. Так как фрукты я покупаю по запаху, я всю клубнику перенюхала, и это пахнет просто офигительно. Я почти ее всю сожрала. Вот, достаем грибочки. О, а что он, мой студень сожрал, что ли? Муж сожрал студень. Походу. Нет, он был вот тут. Нету. Когда успел? Вот, так, достаем грибы. Нам нужны грибы, чеснок. Немного белого вина. И... все. И масло для поджарки. Чеснок порезала, отправляю его поджариваться. Как только он начинает золотиться, я засыпаю грибы. Грибы я тоже порезала. Я люблю крупновато грибы, поэтому я их вот так на четвертинки. Кто любит помельче, помельче, на вкус. И цвет, как говорится, товарищей нет. Вот так вот немного обжариваю грибы. Прям чуть-чуть. Вот так вот, чтобы они прям схватились только. И добавляю вино. Вино. Белое столовое вино. Ну, где-то, наверное, я не знаю, увидели, да? Полстаканчика. Запах пошел. Знаете, какой? Самогонки. Запах самогонки пошел. Можно добавить в этот момент всякие специи, какие вы любите. Посолить и закрыть крышечкой, чтобы выпаривалось вино. И когда они начинают поджариваться, они почти готовы. В общем, ждем, пока выпаривается вино, вся жидкость, и начинают они поджариваться. Осталось от курицы гриль две ляжки, как раз мужу и себе. И вот грибы... курица гриль, вкусняшка. Смотрите, сколько воды грибы дали. И еще вино. В общем, я открою, чтобы все это выпарилось быстренько и начала поджариться. Грибы же не готовятся быстро, шампиньон, поэтому не надо их варить 3 часа. Грибы практически готовы. Смотрите, сколько их было много, сколько их осталось. Все. Всем приятного аппетита. Мой обед. А еще хрен. С хреном хочу курочку и сок. Ням-ням. Все, мы отработали. Ай, суббота. Денек такой был насыщенный, что пипец. Устала, как собака. Ну ничего. Завтра будем отдыхать, спать. Да, Чарли? Будем спать завтра? Да ты и так целый день спал. Целый день спал. Да. Ой, летит. Ой, соскучился, моя рыба соскучилась. Сейчас гулять пойдем. Да, сейчас на пляж пойдем гулять. Давай, все, ну все, хватит, поцеловались и хватит. Сейчас гулять пойдем, сейчас посчитаю, все запишу. И все. Ой, соскучился, весь вечер сидит здесь, ну, на своем либо кресле, либо софе. Да, когда у меня клиентки. Чтобы никого не беспокоить. И соскучился. Сейчас немножко посижу, в себя приду. Потом все выключу. Полотенец нету, надо во вторник приду, машинку поставлю. Две машинки. И все. И будем дома отдыхать. Завтра не знаю, что будет, что будем делать. Ничего не придумаю. Сейчас на пляжик пока. А сегодня все на пляже. Сейчас насмотрюсь и пойду загорать. Прикольно, погода вообще прям. В Инстаграм никуда не залезешь, все девчонки на пляже сидят. Ну, конечно, не купаются, кто-то загорает. Но я не любитель загорать, поэтому... а так сидеть скучно. Вообще, когда имеешь пляж под боком, нет особого желания, чтобы, знаете, выйти к морю, покупаться.
У меня первые года было, да, особое желание. Прям я сидела чуть ли не с утра до вечера на пляже и загорала там, купалась. И с каждым годом это желание все отходило на второй план. Поэтому я даже не удивляюсь, когда мои клиентки говорят, что они годами не купались в море. Представляете, годами. Они говорят, а что, пока вода холодная. Потом людей очень много. Вот, вы смотрите, там летают даже. Не проткнуться, говорят. И зачем? Смотрите, как там летают. Вот и я начинаю не удивляться этому. Вообще очень много народу гуляют. Вот так вот у нас лепота. Вот так, если с собакой погулять, туда можно. Прикольно. Ну или с компанией посидеть какой-нибудь. А так, чтобы приехать одной. Скукотища. У нас уже довольно-таки поздно. Я тут ужинать решила. Там фильм смотрим с Брюсом Уиллисом. Мне очень нравится этот актер, вообще не знаю. Еще с детства, знаете, «Голубая лагуна», что ли, называлась. Детективное агентство. А, нет, детективное агентство «Лунный свет». Обожала этот сериал. Подождите, или там не он был? Но он мне тоже этот сериал нравился. Нет, в детективное агентство там, по-моему, снимался этот Дуклан. Нет, или он. В общем, у меня два сериала есть с детства. Детективное агентство «Лунный свет». Да, там Брюс Уиллис снимался. А еще был такой сериал, помните? Он, знаете, мистические дела у них такие всякие были. Как же она называлась-то? Не помню, как он назывался. Но они там расследовали всякие про инопланетян. Вот такие вот всякие такие... X-Factor, как-то совсем недавно, даже несколько лет назад, выпустили продолжение, там они уже, актеры такие уже постаревшие, но это уже не то. Не знаю, может быть, вы смотрели тоже сериалы, и сейчас вам напоминаю, как же он назывался, не помню, Дуклан, в общем, не помню, Маклай, что-то какой-то вот такой, но они там, говорю, про инопланетян расследовали всякие там, летающие тарелки, вот что-то такое. А Брюс Уиллис, вот он меня по этому сериалу тоже. И вообще его обожала. Чарли, наверное, хочет идти. Самый мой любимый актер, он мне сейчас очень нравится. В принципе, но уже фильмы не те, конечно. А я сейчас буду ужинать. Ужин у меня будет состоять из водички из чернослива. И сам чернослив замоченный. Тут вот, видите, 5 штучек. Почему-то, не знаю, масла не добавляю, но он всегда сверху, видите, как будто пленка масляная. Я не знаю, может быть, потому что жирный такой. Нет, авокадо, блин, они уже поспели. Я их уже брала, в принципе, почти спелые. И сейчас они поспели, надо открыть его и вот так не забыть про него, что его мне надо кушать. Завтра утречком можно слопать на бутербродики. Конечно, хотя я, знаете, хочу, что... Ну... Об этом я вам завтра скажу. Что я на завтрак хочу. Уже дня 2 или 3 вообще. Блин. Надо крепко. Тащите. Люблю лёхать фрукты и овощи. Кстати, вот один авокадик вышел на еврик. Видите, по 3,50 килограмм. А, они даже дешевле. €66. Ладно, пойду я ужинать и потом пойду в кроватку смотреть YouTube. Я сегодня вообще с этой работой никуда не лазила, никакое видео не смотрела, вообще ничего не включала. Времени вообще не было. Я думала, ну, после обеда пойду такая, знаете, и включу. Наверное, народу мало было. Ага, дом уже сидела, уже клиентка моя звонит. Ты откроешься? Я говорю, ты меня уже, что ли, ждешь? Она говорит, да, я быстрее бегом, хотя времени было еще рано. Бегом, короче, на работу.
Вот, пока ее ждала, еще пришли. В общем, до Ютуба я не добралась. А там же мои любимые блогеры, мои любимые видео. Надо все посмотреть. А завтра будут новые. Вы знаете, я люблю смотреть именно вот влоги, как сериал, за сегодня, то есть за день, а не через несколько дней. Ну, хотя некоторых я и пересматриваю. Есть такие, которые пересматриваю видео, конечно. Вот, но вообще люблю как сериал смотреть. И вообще, это, знаете, такое дело, так, как говорится, тебя подвязывает, что ли, что даже ждешь и ждешь, а что же там случилось у них вообще? Где я раньше была? Почему я раньше не открыла мир Ютуба вообще? Помогла мне открыть этот мир Ютуба моя подруга Таня. Привет, Таня, если смотришь. Вот, она мне, знаете, где она была раньше, я не понимаю. Нет, я всегда знала, что Ютуб существует, но я думала, что он для просмотра сериалов и фильмов, а то, что там выкладывать что-то можно, я даже об этом не задумывалась, представляете? Я вроде бы как, знаете, ну, шарю во всех этих вот новинках, там, по интернету лазю постоянно, в социальных сетях везде, а тут что-то не доперло до меня, представляете? Очень жаль, могла бы я, конечно, себе канал намного раньше создать, но ничего. Съела, кстати, клубнику, очень вкусная. Классная клубника вообще. Обычно как-то не очень, уже сейчас пошла не очень вкусная. Не знаю, зимой такая обалденная была, а эта вот прям понравилась. Ладно, пойду есть чернослив и в кройку с планшетом и смотреть. А с вами буду прощаться я до завтра. На сегодня, по-моему, коротенький вложек получился. Надо чего его смонтировать. Ну, ничего. Мы наверстаем обязательно завтра или послезавтра, потому что в понедельник я люблю по магазинам ходить и вас с собой возьму. Так что не забываем подписываться. Спасибо за комментарии, за лайки, за дизлайки, за все. Всем всего хорошего и пока-пока, до завтра!